Друзья, пришел дополнительный новый спортивный инвентарь в наш клуб. Наши друзья помогают нам периодически. Вот в этот раз нам подарили. Это считается как защита тренера. У нас таких два жилета есть. Добавилось еще три жилета. Это достаточно очень такая хорошая вещь, коммуникабельная. Она полностью одевать не будет. Так одевается, полностью облегает. В принципе, держишь лапы, бам-бам. И работать можно также в жилет. Но мы не будем использовать это не только для работы с лапами, но непосредственно для вольной работы в поединке. Один одевает, второй одевает. И акцент максимально сильно будем делать в корпус. Дабы придать жесткости, хлесткости ударов в спарринге, это у нас как обычно друг друга все жалеют. Не, понятное дело, надо работать аккуратно, но порой надо прям садить. Чтобы понимать, что такое сильный удар, и применять его на соревнованиях. Вот именно, только на соревнованиях. Спасибо.